Вы на канале Viva Decor, и сегодня я снимаю очень полезное видео, как задекорировать задний фон президиума текстилем и бумажными цветами. Будем использовать джотерную систему, состоящую из двух фракций. Ширина одной фракции 1 метр и высота 2,30. На эту тему у меня уже есть достаточно подробное видео, которое называется «Как просто сделать фотозону своими руками». Можете посмотреть еще информацию, найти для себя там. Я хочу обратить ваше внимание на такой момент. Вот такие составные конструкции, о которых я говорю, очень удобно использовать, когда ваш задник полностью декорируется цветами. Если же он декорируется в основном текстилем и цветы используется только сверху, собрать на месте уже джотерную конструкцию необходимого размера, например, 3 на 3 метра, то есть 3 метра в высоту и 3 метра в ширину. И уже вот эту сетку с цветами, которую я показываю в этом видео, как сделать, вы вырезаете тоже единого размера, например, 3 метра в длину и полметра в высоту. И все делаете точно так же, только с единого куска сетки. Сворачиваете ее аккуратно в рулон, и при перевозке цветы себя вполне нормально чувствуют, и на месте уже присоединяете эту сетку, как я показываю в видео, к джотерной системе. Это видео обучающее, и на примере вот такой одной фракции, одной части джотерной фотозоны я показываю, как это можно сделать в принципе. А вы уже, основываясь на этом видео, можете делать фотозоны, задники на президиумы самого разного размера. Что-то непонятное, будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, я обязательно всем отвечу. Помимо джотерной системы нам также понадобится отрез органзы, бумажные цветы, сетка, хомутики, гирлянда и ножницы. Длина отреза органзы 3 метра, она не спадает на пол красивыми складками. И ширина этого отреза 1 метр. Для того, чтобы задекорировать панель шириной в 1 метр, вам понадобится отрезок органзы длиной 3 метра и шириной тоже 3 метра. Сборка идет у нас 1 к 3. Наш готовый отрез органзы, который собран на ленту для тюли. Ширина ленты около 5 сантиметров. Поскольку сетка будет крепиться также непосредственно к джотерной трубе, и чтобы мы не повредили органзу, к ней сверху пришиты 3 ленты, одна посередине и 2 по бокам, для того, чтобы именно на эти ленты прикрепить ткань сверху на трубу. Итак, привязываем органзу к джотерной трубе. Теперь приступаем к сетке. Мы будем декорировать сетку высотой 50 сантиметров и шириной 1 метр. Если вы хотите, чтобы полоска из цветов была больше или меньше, вы, соответственно, можете вырезать сетку большего или меньшего размера. Прежде чем крепить цветы, я закрою сетку куском гофробумаги точно такого же размера, как сама сетка, для того, чтобы избежать просвечивания. Гофрированную бумагу прикладываем ее к сетке и закрепляем. Ее можно закреплять тоже с помощью хомутов или вот так вот одеть на нашу сетку. Так она закрепится сбоку. Необходимый размер сетки я делаю с помощью вот таких вот ножниц по металлу. Еще хочу вам дать такой совет: когда вы отрезаете сетку, лучше оставляйте конец как можно больше, потому что потом вам его легче вот так вот согнуть, чтобы острые концы сетки не выдавались и не портили вам материал. Эти кончики сетки короткие, то загнуть их вот так вот, как я вам показываю, достаточно сложно. Чем длиннее они, тем это сделать легче. Так, я прикрепила гофрированную бумагу к сетке. Это нам поможет прикреплению цветов избежать просветов, которые, если образуются, то, на мой взгляд, портят
вид и портят фотографии. И теперь приступаем уже к креплению непосредственно цветов. Прежде чем крепить цветы, я бы вам посоветовала сначала их разложить в определенном порядке, так как вам нравится. Если вам что-то не нравится, поправить. Когда вы решите, что все, да, вот так вот хочу именно так, все идеально, сфотографировать, чтобы не забыть, когда будете крепить. И только потом уже непосредственно переходить к крепежу. Вам интересно, как сделать именно такие цветы, как у меня на этой фотозоне? Пишите в комментариях, и я сниму видео. Цветы, которые мы будем крепить к сетке, сделаны на плоском основании. Основание в основном это гофрокартон, вот такой, как на этом цветке, или пластиковая основа. И будем крепить с помощью вот таких хомутов. Еще нужно отметить, что в этих основаниях тоже предварительно уже вставлены хомуты. То есть мы берем хомут, вставляем его вот в это отверстие и потом уже вот таким образом прикрепляем к сетке. Итак, еще раз берем цветок, берем хомут, берем сетку. Делаем в ней в выбранном месте два отверстия. Это можно сделать легко с помощью хомутика. Теперь этот же хомут вставляем в цветок. Вот таким образом. И прикрепляем уже непосредственно к сетке. Вот так. С этой стороны это будет выглядеть вот так. Берем второй хомут и точно так же прикрепляем его уже ко второму отверстию цветка. Вставляем его сюда и прикрепляем уже со второй стороны к сетке. Точно таким же образом. Если вы крепите цветок с двух сторон, то он держится более надежно и более ровно. Так, вот первый цветок у нас готов. Теперь начинаем крепить второй цветок. В первую очередь мы крепим самые большие цветы, потом цветы размером поменьше и в последнюю очередь самые маленькие. Мы как бы заполняем ими пространство. Второй цветок я буду крепить вот сюда. Диаметр этих цветов около 40 сантиметров. Следующий размер цветов где-то 25 сантиметров. Это будут вот такие цветы. Я тоже выбрала, где я буду их крепить. До того, как вы закончили крепить цветы на сетку, остается только прикрепить ее к джокеру. Крепить сетку к джокеру мы также будем при помощи хомутов. Надо сказать, что эта конструкция достаточно тяжелая, наверное, около 3 килограмм, я думаю, не меньше. Так что имейте это в виду. Хомутов нам понадобится около 5-6 штук, чтобы закрепить сетку сверху. Так, я беру сетку, вставляю хомут. И теперь прикрепляю этот же хомут к джокерной трубе. То есть вот у нас хомут, здесь у нас будет труба и закрепляем хомут. Вот так вот будет висеть сетка на джокерной трубе. Таким образом я прикрепила сетку с цветами к джокерной трубе. Джокерная труба, сетка и хомут, который их объединяет и скрепляет. Сетка на хомутах крепится сверху и сбоку. Где-то каждые 20 сантиметров я использовала хомут для крепления. То есть сверху около 5 хомутов и сбоку около 3. Вот таким не очень сложным способом можно задекорировать задний фон, текстильный фон бумажными цветами. По желанию его также можно дополнить гирляндой. Гирлянда также закрепляется, как и ткань,
на джокерной верхней трубе. Сейчас я вам покажу, как это выглядит с гирляндой. С гирляндой задник выглядит вот так. Там, пожалуй, все. Благодарю за внимание. Если вам интересно, как сделать такие цветы для фотозоны или президиума, пишите в комментариях, и я сниму для вас соответствующее видео. Ну а пока, до новых встреч. Пока-пока.